Всем здарова, танкистчики и подписчики, я вам желаю приятного просмотра. Сегодня подписчик скинул обалденное открытие свое. Он сливает, 50 тысяч золота или 60 тысяч золота. В общем, все, кажись, золото на разные контейнеры. На контейнеры Женец, на контейнеры Евроконтейнеры, на контейнеры Биг Босс и Плохая Компания. Ставьте лайки, если вас эти слова вообще будоражат, потому что очень даже интересно, что же нам выпадет. Значит, он взял за 15 голды. Первое открытие – это европейские контейнеры. С первого же конта, ребят, 15 контейнеров за 15к голды. Как думаете, окуп? Сейчас проверим. Пока что у него в ангаре только концепт 1Б. Досмотрите видео до конца, прожмите лайк, это очень важно. А я обязательно, возможно, кстати, именно ты попал в конец видео. О, ему свей выпал. Нормально? Знаете, почему это видео идет совсем буквально минут 8-7? Только потому, что этот челик любит быстро открывать, понимаете? И он слил очень огромное количество золота. И это нужно заценить. Если вы, ребята, в общем, хотите тоже свое лютое открытие показать. О, Шкода Т-56. Конечно же, желательно длиннее, там, где очень много слив золота, то обязательно записывайте в высоком качестве и в Телеграм мне в личку присылайте. Ну а пока что, друзья, пока что последний контейнер европейский залагало. Неужели танк, танк, танк? Эх, легендарный камуфляж на СТВК Конунг. Ладно. Знаете, когда слово Конунг, прям новогоднее настроение почему-то поднимается. Типа канон Рождества, канон Конунг. Так, ладно. Покупает, значит, он 10 контейнеров Биг Босс. Он чисто, наверное, хочет проверить, будет ли окуп или нет. Так, ну, с первого раза 50 тысяч серебра. Ладненько. Дальше он старается скипать 20 тысяч серебра. Пожалуйста, выпади ему танчик, потому что он старается. Он столько голды слил, так еще на запись, чтобы людям было шикарное настроение, ребят. А в итоге контейнер Биг Босс дали. Ладно. Ну, как-то так вот. И, скорее всего, он уже, ну, не стал сливать, потому что окупа никакого не было. Однако он еще раз все-таки сливает. Да ладно. Хорошо, хорошо. Проверим, что будет, ребят. Это еще сенсор, скорее всего, без VPN. Так, как по мне, с VPN немножечко шансы как будто лучше становятся. Ну, или подкрутка какая-то. Вот так вот это все здесь устроено. Контейнер Биг Босс дали. Ну все, ни одного танка он не вывел. И после этого он, скорее всего, точно уже понял, что их не стоит открывать. Так, ладно. Так, ребят, пишите комментарии, что вам выпадало с контейнеров Биг Босс. И с контейнеров, что он там открыл? Евроконтейнеры, точно. А пока что, он хочет открыть, дружище, ну давай. О, ребят, солидный контейнер? Нет, плохая компания, вот. За 20 тысяч золота, только не покупай. О, 16 контейнеров за 20 голды. Это ж так дорого, ёшкин пупси. Как так-то? Ладно, челику с первого контейнера не выпало ничего такого. О, ликан скипанул, нормально? Так, 100 золота. Угу. Уничтожителя, блин. Мы с девушкой, которой потратили 60 долларов на то, чтобы его достать. Это была жесть. Одна из наших ошибок, которые вот лучше бы мы этого не делали. Но зато у девушки он есть. Хотя она и так редко играет. Очень сверхредко. Ну блин, все равно. А тут челик просто выпил. Выбил с контейнера, плохая компания. Ладно, я понял. 26 500 золота, друзья. Посмотрим, что будет сейчас. А, неужели он опять открыл плохую компанию? Ну да, в принципе, ему танки насыпали. Он такой думает, да почему бы еще нет? 16 контейнеров за 20 голды, но нет, он хочет за 13 тысяч золота. Почему-то именно так. Хм. Ладно, посмотрим, что ему выпадет еще. Давай. Все видящие на фараона. Прикольно. А сам фараончик выпадет? Ну уже давай, легендарный камо, значит, сам фараон должен выпасть. Так, иксы, хорошо, 1000 золота скипанул. Ну неплохо, лучше, чем ничего. 28к свободки, шип и 200 золота. О, я помню времена, когда только шипа добавили, прикольно было. Так, ладно, бустер золота, 100 золота. Хм, 100 золота. Так, ладненько. Ну, в принципе, ребят, в принципе. Да, тут немножко не оку пошел. Осталось у него 15 голды. Неужели он больше никуда не сольет? А что-то мне подскажет, что он все-таки же жениться сейчас возьмет. Нет, 5 контейнеров за 10 голды. Ууу, как дорого. Ну, ничего. Он должен его выбить. Ничего не знаю, потому что он потратил много золота. Так. С первого контейнера. Нормально. Красавчик. Вот это я понимаю. Так. Все, ребят. Больше он это покупать не будет. Но, кстати, можно было реально купить
Ну, жесть, ребят, с 10 тысяч золота он купил, получается, 5 контейнеров, а тут за 3 500 3 контейнера. Он, братан, ты немножко тупанул, потому что реально жесть. Это было максимально невыгодно, ребята, максимально невыгодно. Кстати, чтобы вы понимали, только что жнец выпал под самый конец. Прикольно. Вот так вот, ребята, у него осталось 6500 золота, и он еще что-то хочет открыть под конец. Типа, попытаю удачку там за 4500. Нет, не хочет больше ничего. Да, ребята, да. Евроконтейнеры. Попытает удачку, последние 3 кагалды. 3 контейнера. И у нас упадает. Так, давай хотя бы один танчик, ну же! Нет, ребят, к сожалению, с этого танки не падают. Ну, и все. У него остается 3200 золота, надо куда-то добить, куда-то деть. Давайте один контейнер за 2000 золота на жнеца. Погнали! Ух ты, 500 золота. Но не окуп. Ладно, ребят, как-то так-то, что сказать. 1700 золота у него есть. Плохая компания, уже не хватает. И, в принципе, я думаю, что это все, потому что больше, ну, только один европейский контейнер. Хотя можно было 3, собери все взять. Так, ладно. Давай. Ну и под конец ему не очень-то и везет. Ладно, танкистчики, подписчики, было здорово, прожмите лайкосик, а мы пока загадаем целый танчик. Ребят, давайте загадаем танчик, посмотрим, что будет из этого всего. Так, открытие минималистичное, но очень широкое. Много голды человек слил за такое короткое время. А теперь загадаем танк, ну, из дерева танков Германии, из десяток. Из десяток могу загадать, ну, давайте, этот танк хорошо таранит. У него хорошая скорость, не быстрая, но средняя. Что еще могу сказать? У него есть хорошая лобовая броня. Можно немножко ромбом танковать даже. Ну и в принципе, боеукладочка в корме башни и в бортах корпуса. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. И последнее, что скажу, у этого танка альфа, средний урон за выстрел. Так, какой же у него средний урон за выстрел? Я думаю, что где-то, ребята, 310 с плюсом. Вот так вот, или 350 с плюсом. Все, всего вам лучшего, покеда и ваши, конечно же, 10 комментариев. Ух, а у меня вот хелсинг на основе есть. Прикольно, да, ребят? Сейчас посмотрим его. Такой вот. Кстати, ему снежная пушка идет, прям цвета такие. Прикольные. Ладно, хелсинг. А, это не снежная пушка, это электропушка. Всего лучшего, спасибо за просмотр и покеда. Юху!